Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман победил в субботней гонке 7-го этапа Формулы-3. Стартовал Роберт с 8-й позиции, но вскоре обогнал 6 соперников и поднялся на 2-ю строчку. На 15-м круге Шварцман опередил Маркуса Армстронга и удерживал 1-е место до самого финиша, попутно установив быстрейший круг в гонке. Завершилась она под желтыми флагами из-за серьезной аварии австралийца Александра Пирони, чья машина съехала с асфальта в повороте параболика, взлетела в воздух, несколько раз перевернулась и приземлилась за ограждением трассы. К счастью, сам Пирони не пострадал. А для лидирующего в чемпионате Шварцмана нелегкой выдалась воскресная гонка. Финишировать Роберту удалось лишь 8-м. Однако на счету россиянина 180 баллов, на 33 больше, чем у индийца Джехана Дарувалы. Третьим пока идет эстонец Юрий Випс, который разбил свою машину в субботу. Заключительный этап Формулы-3 состоится через 3 недели в Сочи. В эти же выходные на автодроме Хунгара-Ринг проходил 7-й этап Еврокубка Формулы Рено. Пилот программы SMP Racing Александр Смоллер начинал первую субботнюю гонку со 2-й позиции. Из-за дождя болиды стартовали за машиной безопасности, но уже спустя 3 круга организаторы остановили гонку, и Александр остался на 2-м месте. В воскресенье россиянин снова стартовал 2-м и удерживал позицию до конца заезда. В общем зачете у Александра 180 очков, на 4,5 меньше, чем у француза Виктора Мартинса, занимающего 2-ю строчку.